Новое в деле Минобороны. Сотрудники оборонсервиса оформляли итальянские броневики Ивеко как кареты скорой помощи, поскольку они не облагаются таможенными платежами. Речь идет о поставке 260 машин. По данным независимой газеты, по этому факту уже заведено уголовное дело. Не исключено, что в нем появится имя экс-главы оборонсервиса Хурсевича. Это уже заявление главного военного прокурора Сергея Фрединского российской газете. Выяснилось, что оборонсервис и другие компании поставляли в армию контрафактные детали для подводных лодок, самолетов и бронетехники. Эти факты вскрылись при ремонте военной техники. В поле зрения следствия попал и военторг. Он провинился покупкой вертолетов «Еврокоптер» на 600 миллионов рублей и без безвозмездной передачи в Минобороны. Против действий военторга следователям пока мотив не ясен. Во всех трех случаях речь идет о нанесении ущерба обороноспособности страны, заявил Фрединский. Ранее СМИ писали, что по некоторым эпизодам может быть возбуждено дело по статье «Государственная измена».